Всем привет! Ну вот, какая у меня этот год вот теплица. Совсем порвалась, ветер ее порвал. Ну, уже клеенку не будем как бы ставить. То покупаем клеенку многолетнюю, но что-то она не держится. Все равно она порвется все. И этот год вот приобрели другую теплицу. Вот будем ставить. Вот такую во уже купили. Из железа она вот такая, цинкованная. Тут эти дуги, рамки. Вот, поставили пока в теплице. Так, тут еще железки. Тут вот такие. Чем скручивать ее. И тут есть даже во. Как ее ставить, тут все можно почитать. Две штуки. Вот такая вот она будет. Вот. И скоро ее уже будем собирать. Вот. Так, вот. Это поликарбонат сотовый с защитным слоем от ультрафиолетовых излучений. Вот такая вот. Тут 4 пласта. Потому что теплица 4 на 6 будет, но еще бока. Вот, она вот так вот выглядит. Вот. Ну, сейчас, конечно, трудно все сказать. Когда соберется, тогда еще вот и буду показывать вам. И как мы ставили, расскажу. Она двойная вот. Ой, когда. Вот двойная. Ну, сейчас вот поставлю на паузу, а потом сниму, когда уже будем собирать и соберем. Так что вот так. У меня будет новая теплица. А вот эту будем разбирать. Когда будет такой, более такая погода, ветра не будет, тогда начнем разбирать и собирать эту теплицу. Ужасная выглядит. Ну ничего, скоро будет уже другая. Ну вот, старая убрана. Уже каркас поставили новый. Прикрутили здесь все. Вот. Эти все, ну еще не поставили так. Ну, немного такого прикрутили. Каркас. Вот, а тут двери сложили мы. Вот, прикрутили здесь все. Ну еще только круг здесь обрезали, где двери еще тут мы не обрезали, только так двери сложили. Вот как двери сложены. Потом уже завтра это будем. Сегодня будем делать только каркас. Потом как раз еще покажу. Вот там эти стоят. И вот так вот еще докрутим. Ну, наконец-то закончили теплицу. Ветер не давал эти плаксны накрыть. Ну, как-нибудь накрыли, ветер меньше стал. Вот, вот так она выглядит. Тут прикрутили. Вот. Тут немного что-то осталось, так сделали. Ну, как-нибудь сделали. Тут тропиночку. Такое сделали, но тут еще будем думать, какую тропиночку внутри. Там я уже немного посеяла. Тут сделала землю. Ну, еще доделывать, конечно, надо. Тут тоже двери. И там двери. И как раз в дверях тоже люк идет. Тут муж сделал мне такой тросик, чтобы подвязывать томаты. Вот он на всю, в одной стороне и в другой стороне. Ну, работа еще, конечно, есть. Скопать тут все. Жарко было сегодня, погода такая жаркая. И я только вот тут чуть-чуть скопала редисочку, салатик, укропчик, петрушечку посеяла. Ну, главное еще вот тут тропинку. Я тут отметила, буду делать на 50 где-то сантиметров тропинку.
Вот, ну надо еще купить и что-то придумать, что тут сделать. А так, во, теплица классная, стоит стабильно, не шевелится. Вот. И вот так, тут мы еще скобы сделали, чтобы стабильнее было. Ну, я говорю, только осталось скопать и тропиночку сделать. И то, что очень пыльная. Вся еще ее надо бы как-нибудь помыть. Хотела тряпкой такой вытирать, но лучше всего помыть. Вот. Вот такая вот у нас вышла теплица. С этой его стороны вот так. Тут такую железку вбили, чтобы до конца тут не открывать. Тут вот такая вот тоже дверь, чтобы закрывать. Ну и в люке тоже вот такие вот. Солнце светит тоже. И это вот такие вот. Так что вот такая у меня теплица. Вот. Теперь только работать надо в ней. Ну, я думаю, теперь дольше продержится должна. Вот так что. Главное, сложили и уже быстрее сеять надо. Ну, томаты еще рановато садить. Я так рано не сажаю. Рассаду этот год не делала. Куплю. Вот. А так, вот такая у меня теплица. Так что всем хорошего дня и всем пока.